Александр Поздняков, волгоградский сталевар, депутат Верховного Совета СССР. Здесь, в комиссии по делам несовершеннолетних при райисполкоме, ему приходится решать судьбу трудных подростков. «Кем ты хочешь стать?» – спрашивает он одного, другого. А потом ведет их к себе на Красный Октябрь, к Мартену. Да, это настоящее мужское дело. И он, этот депутат из комиссии, здорово работает. А то вот вместе с классом, где учится сынишка, он идет в цирк, попросила учительница. Ребята дядю Сашу знают, он для них свой человек. Государственный человек. Так мы говорим о том, кто в повседневных делах своих видит решение задач, стоящих перед всей страной. Александр Николаевич Поздняков – один из инициаторов всесоюзного соревнования сталеваров в 9-й пятилетке. 8 тысяч тонн сверхплановой стали выдал за пятилетие коллектив печи, где он работает.